Привет, девчонки! Сегодня у нас с вами распаковка, и я хочу сразу вам показать посылку. Я только что пришла с почты, и вот мне доставили вот такую посылку, точнее, в руки дали. Это вскрывала не я, я уже приготовилась, специально снимаю эту посылку. Здесь должна быть сумка, я по трек-номеру посмотрела, но тут похоже, что что-то не то лежит. И смотрите, все тут разорвано, склеено скотчем. Ну, конечно, мало приятно получить такую вещь. И тут лежит какая-то сумка. Ну, вот я не знаю, то ли это продавец. Скорее всего, это продавец мне положил вот такую сумку, хотя заказывала я не ее, заказывала совершенно другую, но сумка тут без подкладки, сразу видно. Тут китайский воздух, и вообще я не понимаю, что это такое, то ли это косметичка, то ли это подарок, то ли, короче, что. Тряпочная такая вот фигня, не хотелось бы сказать и другого слова, но вот на таких вот завязках. Ну, может быть, это и прикольно, типа эко-стиль такой, но заказывала я совершенно не это. Здесь молния, карман, скорее всего, это типа вставки вот в эту сумку. Ну, скорее всего, да, потому что такого плана сумки продаются у этого продавца, но заказывала я не вот это. Качество сумки, конечно, оставляет желать лучшего получить, и, ну, на самом деле, что я получила. Ну, я буду открывать спор, потому что вот это я смотрела эту сумку, мне она не понравилась, и как бы, ну, я не хотела ее. Следующая посылочка. Тут, скорее всего, какие-нибудь футболки для девчонок. Да, тоже заказала. А, это для меня футболка, да. Заказала безразмерную футболку 3XL, но это синтетика. А, нет, девочки, это для мужа футболка, что это я вас обманула? Это мужская футболка 3XL, но это синтетика. Я-то думала, как в прошлый раз, может быть, мне повезет, и я возьму для него белую футболочку. Ну, нет, стоило какие-то копейки, в видео я подпишу, сколько стоила эта футболка. Не выбрасываю специальный трек-номер, чтобы смогла отследить. Так, вот здесь вот, девчонки, две заколки для старшей дочери и для меня. Тоже быстрая достаточно доставка. И вот такие вот штучки. Так как у нас волосы длинные, мы часто делаем пучки. Но чтобы они красиво смотрелись... Ну, как-то качество немножко, кажись, хромает. Чтобы они красиво смотрелись, я взяла вот такие вот две заколочки. Стразики все на месте, но они акриловые, приклеенные. И как-то что-то мне не очень нравится. Потому что на фотографии продавца они выглядели, конечно, потрясающе. Тут все тоже на месте. Мне кажется, по исполнению даже вот это получше. Вот две такие заколочки. Вот такая небюджетная покупка. 460 рублей. И это должен быть сменный экран к телефону. Да, это сменное стекло. Даже не экран, стекло не защитное, а родное. Тут набор инструментов. Заказала вот, ну как, запасной или сменный экран для моего вот этого вот телефона. HTC Design, там 625, что ли. И здесь у нас инструменты. Очень дорого у нас стоит само стекло, а поменять его, наверное, и муж сможет. Какие-то прищепочки, не знаю, присоски. Интересные такие вещи. Ну, я не знаю, это муж, наверное, будет разбираться. Отверточки маленькие, чтобы что-то там отвинтить. Вот это вообще не представляю для чего. Но мужчины
наверное, разберутся, поймут. А это, наверное, клейкая лента, чтобы, наверное, как-то вот что-то приклеить здесь. И давайте посмотрим вообще целое стекло-то пришло. Может быть, я тут разглагольствую, а там все и разбито. Как обычно, упаковано в пенопласт. Ну, давайте глянем. А вроде как все целое. Но если муж не сможет поменять, хотя я в этом сомневаюсь, у меня он рукастый, то можно снести уже вместе со стеклом. Инструменты, наверное, нести не нужно. А вот это, наверное, отрывается там, приклеивается и пользуется спокойно. Все подходит, все наложилось. Класс. Ну, надеюсь, что телефончик у меня будет с новым экраном и хорошо работать. Так, ну вот здесь вот за 10 штук 24 рубля я заплатила. И это вполне возможно какие-нибудь коктейльные трубочки на день рождения моей дочки. У нас уже скоро день рождения. Будем прыгать на батутах и пить коктейли или соки. И что? А, нет, девочки, это расчески. Комплект расчесок. Ну, опять же, повторюсь, у нас у девочек очень длинные волосы. Смотрите, в каком органайзере все пришло. Даже круто, можно так и хранить, не перекладывая ни в какие штучки, коробочки. Вообще, вот заказывала ради вот этих вот расчесок. Ну, эту муж, скорее всего, отожмет. Или вот эту. Он у меня это дело любит. Я как не куплю вот такую расческу или такую, он у меня благополучно это конфискует все. Но этим набором я очень довольна. Тут, в принципе, для окрашивания подойдут. Вот такого плана расческа у меня дочка в садик уносит. Вот, и можно разные прически с помощью вот этих расчесочек сделать. Этой покупкой я довольна за 24 рубля. Девочки, 10 штук за 24 рубля. Это класс. 15 рублей. Ну, почти 16 будем считать. И тут за рубль мне пришли вот такие губки. Они у меня терялись. Заказывала дважды. И вот, наконец, одни по спору выигранному приходили. Взяла, опять же, для полигеля. Я уже показывала в одной из распаковок. У меня несколько полигелей. И чтобы доталкивать материал, вообще очень нужная классная вещь. 380 рублей. 4 штучки. И здесь пришли... Что-то я не поняла, почему 2? Здесь должно быть 4 маски для ног. То есть 4 упаковки, я уж не знаю, там, наверное, по одному носочку, ну, 2 носочка, но должно быть 4. Я заказывала 4 и для себя, для мамы, и еще у меня 2 женщины есть. Для нас, для всех заказала вот эти носочки, но пришли почему-то только 2, а не 4. Вот эта вещь быстро достаточно пришла, это покупка к нашему отпуску. Взяла 2 вот таких вот штатива. Крепится он достаточно просто. Вот эта вот штука расщепляется, ставится на металлическую вот эту стойку, которую подголовника переднего кресла. И вот эти штучки вот так вот надеваются, щелкаются. Ну, короче, держится. Единственное, что я не совсем уверена вот насчет вот этого вот крепления. У меня был штатив для телефона, на который я ставила телефон и снимала. И он в итоге, в конце концов, вот эта вот штучка не очень долго прослужила. Но, тем не менее, посмотрим, как повезет с этими держателями. 2 штативчика для путешествия. С этой посылкой я не разобралась, что здесь такое. Но давайте посмотрим вместе. Пришла пластина, но я даже не знаю, где я ее заказала, потому что, ну, скорее всего, это заказ был сделан на Джум. Она без подложки, вот с такими вот картинками.
Но сколько она шла, и, скорее всего, за это я уже возврат получила. Потому что я не помню, чтобы я в ближайшее время вот эту вот заказывала. Пластинка JQL18. Ну, давно, точно давно заказанная. Найду обязательно и подпишу, где я ее заказала. Очень быстрая доставка, я бы так сказала. Это пластинки. Пластинки GR. И они отслеживались. И посмотрите, ну, слова всем известные. Жизнь прекрасна, любовь. Так, это GR168. Время мечтать. Вот такие цветочки. Очень красиво. Мне вот этот очень вообще безумно понравился. Также вот эти вот, посмотрите. Если кто не умеет рисовать вензеля, вообще это будет классно. Это пластинка 162 номер. Так, это 166 пластинка. Ну, такая, идите нафиг, я фея. Умная девушка всегда знает, когда включать дуру. И 155-я пластинка. Тут матрешка. Красоты много не бывает. Ну, про нас же, про девочек. Хочу, хочу, хочу. Ну, классная тоже пластинка. Все потестируем. Так, следующая. 89 рублей. Ну, девочки, это я заказывала, опять же, для розыгрыша. Хотела девчонкам подарить. И посмотрите, тут один покалеченный дотик. Меня это не устраивает. Я открою спор по вот этому. Пускай вернут за этот дотс денежку. Ну, он явно побитый жизнью, покалеченный, видите? Обидно, конечно, но ладно. Но остальные дотики целые. И, ну, значит, будет еще один розыгрыш. Не знаю, когда, правда. Но обязательно будет. Так, 213 рублей. О, тут что-то для стемпинга, да, пришло. И гель-лак. Хотела попробовать, все так нахваливают Girl to Girl. Но тут много блесток, ну, значит, будет плохо самовыравниваться. Сейчас мы с вами его и выкрасим. Так, номер ZS210. Ну, возможно, это какая-то серия. Объем тут не указан. Но я так думаю, что... А, 7 миллилитров указан. Только найти надо. Ну и посмотрим. Витражная основа и блестки. Анечка, это для тебя, похоже. Гель-лак. Бутылочный такой цвет. Не знаю, камера не хочет передать так, как есть. Он полупрозрачный. Ну вот так вам больше и лучше видно, какой это. Он прозрачный. Ну, конечно, 2-3 слоя, и видите, он не самовыравнивается. То есть видны бугры. Давайте посмотрим, вот это, что это за гели. Брала по акции, по купону. Объем у них 8 миллилитров. Вот, девчонки, я так немножко грубо срезала. Это золотой. И вот он. Мы его с вами попробуем на пластиночках. PH80B. Это PH72B. И что здесь скрывала вот таким вот образом? Сейчас вместе с пальцами отрежу, как обычно это и бывает. Так, а это черный. У Бон Прэтти, по-моему, я взяла гель для стемпинга, и он у меня черный не работал. Посмотрим, как будет работать этот. Это я пока отложу. Вот эта посылочка тоже, посмотрите, как она до меня дошла. Не знаю, что с ней делали. Давайте посмотрим, все ли там на месте. И что это, я тоже не смогла понять.
А, все, девочки, поняла. Это занавески на окна автомобиля. Заказала на задние окна нашего автомобиля, но почему-то пришла одна. Но, может быть, на заднее стекло. Многие ругают, что присоски не держатся. Посмотрите, как... А вообще... Что-то я не понимаю, как их крепить. Девочки, напишите мне в комментариях, тут должно что-то быть надрезано или как вообще? Потому что больше ничего не видно. Скорее всего, где-то что-то здесь вот должно отрезано быть, запихивается, скорее всего, как-то так и наклеивается на окно. Девчонки, кто пользовался такой штуковиной, напишите в комментариях, довольны вообще ей или нет, или это выброшенные зря деньги. По-моему, заказала на Джум. Это посылка Спандау. Девочки, сейчас будете смеяться и плакать. Потому что у меня по поводу этой посылки были неоднозначные вообще впечатления, чувства, эмоции. Тут должно быть 3 штуки. А пришла, девочки, 1. Вот такая вешалка. Я вообще рассчитывала, что это будет большая вешалка, ну или хотя бы на детскую одежду. А это получается на одежду для куклы. Ну ладно, бог с ним. Можно приспособить эту вешалку на одежду моей самой младшей дочки, чтобы у нее тоже красивая вешалка была. У нее есть свой шкафчик. Ну, во-первых, она вся коцаная, очень неаккуратная. Сделано все грязное, все какое-то потертое, и этой посылкой я недовольна. Здесь должно быть 3 штуки разных цветов. Ну, пришла 1. Товар стоил 324 рубля. Я заплатила 193 рубля, и 24 апреля я это дело купила. И здесь пришла. Девочки, здесь пришла жемчужинка. Я читала отзывы. Сейчас объясню, для чего я это дело взяла. Во-первых, я хотела показать детям, откуда берутся жемчужины. Должна быть еще одна такая штучка. И это украшение. Здесь кулончик, в который вы сами вытаскиваете жемчужину из этой ракушки. Я попрошу мужа, я это все сниму и покажем мы это, как делается. И сюда вставляется жемчужинка. Должна быть еще одна. Ну, для одной дочери и для второй. Также продавец положил купончик. Девчонки, берите 2 доллара, сканируйте и пользуйтесь, ради бога, мне не жалко. Ну и тут благодарственное письмо. Это для одной, и второй тоже должно быть. Дальше попался пакетик, 2 штучки за 118 рублей. Так, пустые пакетики и вот такие вот стразики, наборчик стразиков. Это стекло, посмотрите, как все классно. Тут микс цветов, размеров, и здесь АБ, нет, голография, девочки, тоже микс размеров. Так, вот эта посылочка за 96 рублей, в марте заказана. Я так подозреваю, что здесь кисточка. Да, я эту кисточку ждала. Вот эту кисточку я очень ждала для растушевки. Она плотно набитая, ворс синтетика. Ну вот, есть небольшое расстояние, не знаю, будет ли это сказываться на работе. Все вроде как хорошее, целенькое. Вот, взяла для растушевки. Может быть, даже... Хотя вот лезет что-то. Надеюсь, что она подольше послужит. Следующая мартовская посылка. Ты мне помогаешь, да? И здесь пришли стержни. Это стирающиеся стержни. Я очень люблю эти ручки. Любую вообще описку, ошибку можно быстро затереть. А сейчас у нас старшая пойдет в школу, и это будет просто незаменимая вещь. 313 рублей апрельская посылка, и это пришли
стразы, они объемные, девочки, для объемной инкрустации. Здесь кубики. И они с сиреневой гранью. И вот они вот так вот красиво переливаются. Это одни. У них разные размеры. По-моему, вот эти 5 миллиметров. А вот эти поменьше. По-моему, 2,5. Тоже синий отлив фиолетовый. Так, у этих зеленый отлив. И вот у этих тоже зеленый. Такой бензиновый, хамелеончатый. Небольшие и маленькие стразики. Еще одна посылка. По-моему, еще пластинки. Сейчас посмотрим. Да, еще пластины. О, девочки, представляете, я продублировала одну пластину. Ну-ка посмотрим. Далеко не убрала. Да. 155-я. У меня их две штуки. Ну, будет в розыгрыш. Опять вензелючки и все такое. Это 55-я с бабочками. Очень красивые бабочки. Классно, сейчас как раз актуально. 102-я пластинка, бесконечность, тоже слова, кофе, кофе-тайм, я хочу, могу. Пластинка с цветочками, 106. Розы, тоже классная, мне понравилась пластинка. Почему бы и нет? Февральская посылка 20 февраля, 68 рублей. Пришли кисти. Я, возможно, за них уже что-то получила. Ну, как обычно, не буду уже останавливаться на этих кистях, уже практически в каждой распаковке. Ну, просто что-то не доходило, я перезаказывала и заново. Тоже февральская посылка, 33 рубля. Это пришла губка меламиновая для жены брата заказала. Но смотрите, тут какой-то брак, дефект, так не должно быть. С этой посылочкой я не разобралась, что здесь. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас... О, девочки, это у нас на автомобиль была такая вот штуковина, под которую клеишь на стекло. Вот так вот приклеиваешь, и между стеклом и вот этой штучкой можно засунуть любую записку, номер телефона оставить. У меня муж крепил к нему, к этой штуке, транспондер. Но в какой-то момент она просто обломилась, и я решила, чтобы он не сильно расстраивался, заказать ему такую штуку. Эту штуку я заказала на сайте Вова. Ссылку я оставлю, посмотрите. Но с сайтом я не очень довольна. Не знаю, может быть, если вы что-то с него заказывали, напишите ваше мнение о сайте. Февральская еще одна посылочка. 25 февраля, 122 рубля. За это я уже получила деньги. Еще бы сейчас порезала. Так, и здесь у нас пришла форма для конфет. У меня... Девушки старшие шоколадные конфеты очень любят. И я вот взяла такую мартовская, 78 рублей. Что-то хорошо упаковано. И это должны быть реснички, наверное. Или что? А, нет, девочки, опять ради интереса заказала такие наклейки на кожу лица, которые подтягивают, типа лифтинг. Они выглядят как пластырь примерно. Подтягивают область около козелка. Ну, кстати, те наклейки на веки, которые были в одной из моих распаковок, тоже ничегошные такие. Кстати, века поднимают, подтягивают. Вот только я не разобралась, как их клеить. На накрашенное веко или на чистое веко, а потом уже окрашивать. Ссылка 60 рублей. Тоже февральская. И это пришли вот такие резиночки. Ну, они модные.
Они у всех уже есть. У нас тоже были, но у меня были совсем мелкие такие, тоже в распаковке, по-моему, я показывала. А тут я вот решила взять такие, как побольше немножко. 75 рублей. Апрельская. И это пришли кисточки. Ой, не достать. Кисточки тоненькие, по-моему, я все тоненькие, нет, толстенькая, для нанесения геля, или для, кстати, китайской росписи она тоже подойдет, она с ровным срезом подойдет и для китайки. Так, следующее, для акригеля взяла выглаживать. Кстати, они не подходят для разглаживания пластилина, девочки. Все, что я там набрала, это как раз-таки для нанесения базы. И тонкая кисточка. Ну, что-то какая-то она не очень. У некоторых девочек высыпаются отсюда блестки. У меня хорошо все запаяно, все на месте. Апрельская посылочка. Был товар 330 рублей. Я заплатила 65 рублей. Должен быть ремень, но да, папе купили ремень без пряжки. У нас пряжки есть, это кожзам, но качественно выглядит, не знаю, как будет носиться. Размер 48, ну не знаю, мальчик у меня не маленький. Пойдет, не подойдет. Перфорации. А, все, я поняла. Здесь должна быть защелкивающаяся такая пряжка. У мужа есть 1200 миллиметров. 48 размер. Маркировка есть. Это Спандау покупка за баллы. И у меня уже был такой товар в распаковке, я вставляла фотографию. Ну, как выглядит это, я тоже уже не буду вставлять. Посмотрите предыдущую мою распаковку. Это топ. В прошлой распаковке был голубой, а в этой распаковке розовый. Нежно-розовый цвет, девчачий такой. И я говорила, что как и в принципе, смотрите, девчонки, как и в прошлой распаковке, вот эта белая нить по бретелям, она тоже идет. Вот еще одна посылка, стоила 99 центов, 24.04, тоже с сайта Вова. Пришел вот такой блеск для губ, матовый, но, опять же, девочки, все там не отслеживается. Сейчас я вам покажу с цветом. Вообще, по фотографии, конечно, трудно выбрать не только на Алин, но и на Вова. И, в принципе, кстати, пахнет очень вкусно. Вот, честно говоря, я даже не ожидала. Номер... Ну, я не знаю, номера вообще нету. Есть производство и как до 23 года. Так, мартовская, 2 марта заказано. 65 рублей заплачено за 4 штучки. Долго шли. Там, по-моему, срок отслеживания заканчивается. Вот такие клепки. Металлические клепочки. Очень маленькие. Я как раз такого размера. Малюсенькие их и искала. Тебе маникюр сделать, да? С друзьями дешевле за 25 рублей. 21 марта купила вот такой спонж. Девочки, кстати, прошлые спонжи, которые мне пришли с Алиэкспресс, они очень мягкие. Вот этот жестче, а там прям бархатный как будто. Да. Подрастешь, и тебе куплю. 66 рублей. 2 марта тоже заказано, тоже кисточка и, скорее всего, тоже тоненькая, а не тоненькая, ничего. Такой лепесток кисть, обычно для акрила используют эти кисти. Для чего брала, честно говоря, уже подзабыла, но, по-моему, взяла, чтобы было, потому что такой кисти у меня нет. С друзьями дешевле за 32 рубля. Наклеечки под глаза.
китайские женщины приклеивают эту штуку, чтобы сначала накрасить глаза и тени не осыпались. Для этой цели и я взяла. Приклеиваете вот эти тканевые наклейки под глаза, краситесь. И обычно, если вы краситесь кисточкой, с кисточки осыпаются тени, да? И чтобы лишний раз не мазюкать, да, взяла вот такие вот наклеечки. И последняя, девочки, посылка. Тут, скорее всего, держатель для очков. За 38 рублей спор выигран. Заказано еще, девочки, не поверите, 7-12-18 года. Представляете, сколько шло? Ну, я не знаю, имеет смысл вообще оставлять ссылку на этот товар. Потому что уже не раз были в моих распаковках вот эти держатели. Ну и плюс еще так долго шло, что смысла я, честно говоря, не вижу. Оно, кстати, мне кажется, понадежнее, чем прошлое. О, это вскрыватель? Вскрыватель, да. Мы тут нож приготовили. Что это? Это камешек, который там жемчужинка. Неправильно. Ракушка. Это ракушка. В этой ракушке живет устрица. И жемчужина появляется таким образом, когда в саму ракушку попадает песочек. И дальше начинает формироваться жемчужина. И папа сейчас посмотрит, есть ли там жемчужинка. Коробочку папе дай. Операция пошла. Опа. А попробуй, не ломая ракушку. Получится? Ты бы свой домик открыла, неизвестно как. Домик. Маша, ты что, ангел? Да. Нельзя водичку. Ну, ладно, как будет. Не получается? Все равно разломаю. Возьми, может, нож тогда. Там надо мышцу срезать. Я понимаю. А вообще... Когда они живые, свежие, их едят. Эту ракушку, вот ты там жемчужину не раздавал. Так открываю. Так. Во! Смотрите скорее! Смотрите! Ух ты! Вот моллюск, который... Живет. Это его дом. Ракушка — это его дом. И вот такая жемчужинка. Осталось только определить, что это за жемчужинка, которую он сотворил. Вот здесь на коробочке есть специальная палитра. Да будет так жить, что ли? Где белая, кремовая, золотая, золотая, пурпурная и черная. Какая у нас жемчужинка? Белая, наверное, да? Ну. У нас беленькая такая. Нет. Кремовая, наверное, все-таки. Кремовая? Ну, промой ее. Я специально воду приготовила. Ух ты. Ух ты, какая она. Это речной жемчуг. Это не морской, это речной.
Он немножко подешевле, чем морской. И вот тут есть такая вот вещь, кулончик. Ну, папа варвара обычно вырывает все. Ух ты, сидеть-то какое. Опусти, конечно. А мама будет носить, да? Нет, я заказала это для вас. И для одной из вас. Моя. Хорошо, для тебя еще придет. Хорошо? Папа также вскроет? Возможно, поаккуратнее. Чтоб ракушка сохранилась. Дети у нас любят ракушки. Ага, у нас целое ведро ракушков где-то. Вытаскиваем цепочку. 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 При помощи ломика вскрываем кулончик. Настя, помогай, клади сюда. Положила. И закрываем домик. Кулончик специально подобран под размер жемчужины. Как они определяют, китайцы, какая там жемчужинка, непонятно. Просто выращивают до полугода, вот и все. Да? Она, значит, вырастет не более. Ну что ж, девчонки, вот такая распаковка у нас сегодня с вами была. Кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.